Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design, и я Чайковская Екатерина. Сегодня я хочу вам показать, как выглядит интерфейс, а именно первый стартовый экран при первом запуске Adobe Illustrator CC 2019 версии. Она немножечко поменялась, пугаться не нужно, все осталось на своих местах, но разработчики его сделали более простым. Но смотрите, во-первых, они добавили быстрый запуск нового файла, то есть я еще не работала в программе, я еще ничего с ней не делала, просто ее загрузила после того, как она была установлена на компьютер. И вот так вот она меня встречает. Соответственно, то, что по классике создать, открыть, если мне нужно создать какой-то файл, файл новый, это тоже создаст вам файл. И здесь они вам сразу предлагают стандартные файлы, с которыми максимально часто работают пользователи программы. Это печатный А4, почтовая открытка, размер для сайта, iPhone X, HDV, HDTV, то есть это если вы видео какие-то создаете, и заказной размер. То есть вы можете сразу туда вглубь не идти, а создать документ здесь. Но и классический способ, но он остался как и был. То есть если А4, я по нему щелкаю, и он у меня запускается, получается А4. Вот он меня приветствует. Внутри программки встроено краткое обучение, вы можете его оставить, а можете его убрать при желании. Они рассказывают самые базовые функции, но мы их тоже с вами детально разбираем.